11 дней спустя после катастрофы российского лайнера над Синаем Россия и Британия продолжают вывозить своих туристов из курортных зон Египта. Эти кадры сняты Евроньюс в аэропорту Шарм-эш-Шейха, где сейчас действуют усиленные меры безопасности. К концу дня свыше 3000 россиян должны прибыть из Шарм-эш-Шейха в Россию. Всего на родину уже вернулись около 20 тысяч граждан РФ. К 20 ноября все туристы должны покинуть Шарм-эш-Шейх. Россия приостановила авиасообщение с Египтом 6 ноября, до тех пор, пока не будет обеспечен должный уровень безопасности. На этот день в Египте, по данным Ростуризма, находились почти 80 тысяч россиян. В Великобританию уже вернулись около 8 тысяч подданных. Европейским туристам было рекомендовано воздержаться от поездок в Шарм-эш-Шейх в связи с подозрениями по поводу того, что причиной авиакатастрофы над Синаем мог стать теракт. Отдыхающие продолжают покидать Египет, но в туристической отрасли страны надеются на то, что иностранные путешественники вернутся в Египет снова. Вопрос этот тесно связан с гарантиями безопасности и событиями в политической жизни, которые произойдут в ближайшие дни.